News with Charles Gibson. Good evening. U-Time – единственный канал, который радует вас старыми добрыми ретро-программами и сериалами. Но помните, от него не оторваться. Сегодня четверг, а значит, устраивайтесь поудобнее в своих креслах и на диванах. Вас ждет целый вечер вместе с любимым сериалом «Джунивер». Вы ощутите настоящий дух студенчества, искренняя радость, теплое приветствие и готовность прийти друзьям на помощь в любую минуту. Сегодня собрание ваших любимых серий. Яркая победа. Первокурсники готовятся к своему празднику. Конечно, любовь. А также знаменитое возвращение Влада Скобли из Америки и его невероятное чудо техники «Мобильный телефон». Здесь все ваши любимцы. Босс тут Союза. Мистер Журфак, и о да, тетя Таня из университетской столовой. И многие другие. Окунитесь в старые добрые времена вместе с Джунивером и поверьте в чудеса. Но все это после рекламы. А, в той серии Скобли еще магнитофон себе купил, ну... Да ну, да не мог он столько заработать, да ну я тебя умоляю. Ну когда же Ангелина замуж выйдет? Нет, ну не знаю, может в новом сезоне. Боже. Эй, ну сколько уже можно, начинается. Я хочу майку с Сильвеструком. А она тебя не хочет. Вот были же времена, нам же туда. Да. А вы представляете, если бы мы все там учились? Мы все? Мы все. Вот. Да. Круто, да? Нет. Там же Сильвеструк. Ради него. Да ладно вам, ребят, это же всего лишь старое доброе кино. Таких универов не бывает. Джунивер – это просто вымысел. Эй! Кто сел на выключатель? Так, Саша, опять твои шуточки? Нет. Слушай, нет, я проверял. Мамочки, что за бред? Это кто? Я их! Ну и кто сказал, что старое доброе кино – это просто вымысел? Вы все еще не верите в чудеса? А придется. Потому что вы ведь когда-то мечтали очутиться там. Мечтали же, да? Да. А как это сделать с научной точки зрения? И чтобы без каких-нибудь тут экзаменов, понятно? И 8 минут. Да. Ребят, надо просто поверить в чудо. Ну как думаешь, справится? Ха! Что вы мне подмешали? Вижу, вы, ребят, еще не освоились. Салами. Ну они ведь такие же милые. На поле просто. Ну ладно, мы им поможем. Смотрите, это же... Девчонки, приятно познакомиться, я... Мы знаем, кто! Это хорошо! Кстати, у меня сегодня вечеринка для всех первокурсников. Придется... А кто это такой? Это... Позвольте. Вы что, не узнали? Это тот самый мистер Журфак из 2115 серии. 116-й, коллега. Коллега, вы правы. Я ошибся. Это 2116-я серия. Теперь первокурсницы, завидев его, творят очень большие глупости. Ребят, пойдемте дальше.
да, это самый совершенный телефон на планете. И к нему вообще не нужно никаких проводов. Обалдеть. Обалдеть. И вообще, я купил его в первый день, когда его начали продавать по всему миру. Жаль, что в Беларуси его начнут продавать где-то через года два. Обалдеть. А, да, в этой серии он уже вернулся из Америки. Полсекунды, ребята. Привет, ребятули! Меня зовут Влад Скотли, я с Инфокома, и я хотел бы вам представить самый совершенный в мире. Так, здесь все понятно, ребята, короче, проходим туда, на то, что нам тоже интересно, ребята. Скоблю пропускаем, да? Ребят, смотрите, там семиструк, да? Сейчас настало время познакомить вас с важным персонажем. Добрый день! Скоро у вас важное событие и пора готовиться. Дорогие друзья! Как чудесно, что мы собрались здесь все вместе. Да, и мы надеемся, что ваша заветная мечта сбылась. А именно вы поступили в Институт журналистики БГУ. И теперь все в ваших руках. Настало время показать свои таланты. Я уже чувствую, что обстановка в зале накаляется, уже пахнет жареным, потому что чувствуется, ощущается этот дух соперничества. Но запомните, что главное – это искренние отношения друг к другу. Несмотря на все непонимание, которое бывает между вами, дружба должна оставаться по-прежнему самой важной ценностью. Ведь мы все одна большая дружная семья. Но теперь начнем наш праздник. Удачи вам, ребята!